Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Берик, и я решил записать открытие, ну не кейсов, а просто покупка дропа на сайте AlphaQuest.go. Короче, во-первых, я снимаю с камеры, это уже сразу лайк, давайте наберем за бешеную серию, ну, не знаю, по КСК вы мало ставите, ну хотя бы 5 сотен, чисто для приличия. И, ребят, смотрите, мне подписчик скинул сайт, сказал то, что ему выпало М-ка, падение Икара запрещенного. Он мне даже скинул 1000 рублей на то, чтобы я открыл несколько видов оружия. Я, ребят, если честно, в офиге. Но если так, то почему бы и не сделать? Давайте мы скопируем нашу ссылку на трейд. Так, давайте покупать. Давайте начнем с ширпотреба. Ну, я думаю, начать с ширпотреба, чтобы проверить сначала, ты кидал его или нет. Что я тебе, чувак, деньги верну, ты меня смотришь. Спасибо тебе огромное. 19 рублей без комиссии. Оплатить в мани, в МР, пользу другой способ. Ввожу тут пароль, вы это все не видите. Я такой мастер монтажа, что это все замажу. Оп-оп-оп. Получить код. Зацените, какая у меня мобила. И сейчас на эту мобилу придет мне код. Вы слышали? Вы слышали, как она вот так... Кстати, если мне что-то выпадет крутое, считай, от запрещенного, то я разыграю магазин. Карт 20, контрактор. Йоу, конечно, я подтверждаю. Я так мечтал о ширпотребе, пацаны. 10 долларов, пацаны. Мы ушли в нереальный. Не минус, но примерно там одинаково, да. Окей, в магазин. Что у нас тут армейского? О, тут, кстати, нож есть. Ребят, нет, я пока не настолько уже богач, чтобы покупать нож. Конечно, оплатить покупку. 2, 6, 3, 5, 7. Латвич, подтверждаю, слушай, брат. Вернуться в магазин. 2000 пульс. Найсовое, так сказать, оружие. Окей, в магаз, давайте. Че у нас там? Пришел? Обмен не пришел. Где мой пульс? Ой, это я у чувака нож хотел выбросить. Ладно, может отдаст. О, пришел, брат. Он уже есть в нашем инвентаре. Чекаем стоимость. Но он немножко не купает. Ну ладно. Пойду сразу без промышленного на запрещенное. Другой способ. Слушайте, что вы меня запомните на этом вебмане? Не можете. Я уже столько раз в этот длинный паровой делал. Магазин и... Доберец дуэлянты. Ну, кстати, они красивые, я вам скажу, ребята. Прямо с завода, пацаны. Слушайте, они, походу, и не сильно-то и дешевые. Я не знаю, но они у меня очень нравятся. Мне еще нравится доберец причал. Вообще офигенский. 22 бакса! Полторы тысячи! What the fuck? Ребята, я ушел в плюс 15 раз! Витя, спасибо, что ты мне посоветовал этот сайт. Короче, я разыграю либо из тайного, либо из запрещенного. Короче, покупаем засекреченное в МР. Это мне уже нравится, ребята. Это мне уже нравится. А! Бенгальский тигр. Не рад. Я просто не рад. Он, по мне, он вообще такой дерьмовый. Мне тигры и в танках хватает, так сказать. О, а вот и тигр. Какого качества? После полевых. Рублей 100, я думаю, стоит. Короче, пока я тут ждал свой трейд, я решил прочекать, на какой громкости у меня стоит микрофон. И он стоял на сотку, вот вы прикиньте. Я, то есть, вот так вот орал. Я постараюсь, конечно, в монтаже это все исправить. Но, ребят, я не знаю, я сам от себя аж в шоке, как я так не проверю. Давайте инвентарь. Сколько он стоит? 2 доллара. Давайте последнее тайное купим, потому что... Да, мне как раз таки на тайны хватает, я так сделал, типа посчитал. Пожалуйста, что-нибудь хотя бы дороже 1500 рублей, я вас прошу. Вернуться к продавцу. Магазин. М-ка Сайрекс. Это круто. Но если нас задрючено в жопу. Закаленный в боях, ребят, окей. Смотрите, что я сейчас делаю. Я беру свою М-ку. Я ее выделяю. Я загружаю скрин, пишу 1-е, 21-е сентября. Ну а на этом у меня все, ребят. Я пооткрывал, так сказать, вещи, и меня удовлетворили только дуалбереты. Если вы хотите принять участие на МК Сайрекс, я обязательно оставлю ссылку в описании на этот пост. С вас только лайк, репост, и через неделю будут итоги. Примерно. Итоги будут на моей странице ВК. Я залью отдельный видос и сделаю итоги. Так что подписывайтесь на мою страницу ВК и ждите. А с вами был Берик, всем удачи и пока-пока.